Валерий Валерьевич, я бы хотела попросить задержаться у тебя на сцене, потому что знаю, что с еще одной миссией ты прибыл на наш фестиваль. И тогда я еще раз представлю полковника Монастырева как уже в качестве члена экспертного совета комиссии по историко-культурному наследию и гражданского общества России. Вот вижу твои папочки, которые ты приготовил. Всех уже было объявлено, и я уполномочен, значит, вручить почетную грамоту за достижения в деле воспитания гражданского патриотизма и вклад в развитие культуры России нашу известную всем нам Погорелову Ангелизу Георгиевну. Именно трем участникам сегодняшнего нашего фестиваля также хочу представить за те же достижения в деле воспитания гражданского патриотизма и вклад в развитие культуры России почетной грамотой Кузнецова Сергея Викторовича, руководителя группы и также третий человек, без которого, естественно, не обходится ни один фестиваль наш имени Василия Денисова. Это наш Сергей Николаевич Алфюров. Он здесь или нет? Армия, православие и отечество всегда были, если будут, на Руси. Ну а нашему директору мы передадим. Спасибо. Служу России. Честь мне.